вам дана такая маленькая информация, которая вот в этом дневнике и есть. Они как раз и показывают, что человек, о чем человек должен думать в первую очередь. Вот смотрите, по телевидению вы слышали последнюю передачу, что взорвали поезд электричку? If we will read this diary, we will know what to do in different situations, in forest, in different seasons, in different places, and it can save our life. Познакомиться, о том, как выжить, если вы попали в лавину, например, снежную. Очень полезно. Но я хотел бы услышать от вас. Вот вы познакомились? То есть самые элементарные навыки безопасности, они складываются из очень большого количества различных навыков. Поэтому то, что касается терроризма, то, что касается криминогенной обстановки, это уже следствие нашей жизни, нашей теперешней жизни. Возьмите последний случай вот в Кисловодске, где погибли и получили ранения десятки студентов. Даже там были первокурсники, которые вчера были школьниками. Это еще раз подтверждает о том, что мы уже в школе должны, вынуждены в качестве профилактики готовить к таким вот возможным неприятностям в жизни.